Композитор Эдвард Грик проводил осень в лесах вблизи Бергена. Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев, но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли. Кроме того, в горных лесах живет, как птица-пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырять его через скалы. Однажды Грик встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками, дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки. Так. Пой. Вот так? Так. Как тебя зовут, девочка? Дагни. Дагни? Дагни Педерсон. Дагни Педерсон. Дагни Педерсон. Дагни Педерсон. Вот беда. А мне нечего тебе подарить. Что? Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев. А у меня есть старая мамина кукла. Когда-то она закрывала глаза. Так. Девочка медленно закрыла глаза. Вот так. Когда она вновь их открыла, то Грик заметил, что глаза у нее зеленоватые, и в них поблескивает огоньками золотая листва. А теперь она спит с открытыми глазами. У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит. Да? Слушай, Дагни, я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Да. Но только не сейчас, а лет через 10. Как долго. Да понимаешь, мне нужно ее еще сделать. Что это такое? Узнаешь потом. Разве вы за всю свою жизнь можете сделать только 5 или 6 вещей? Да нет, это не так. Я сделаю, может быть, ее за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых. Я не разобью, я не сломаю, вот видите. У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка. Да она совсем меня запутала, эта Дагни. Я не разобью, я не сломаю, вот увидите. Да ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. Ну, а теперь давай твою корзину, ты едва ее тащишь, я провожу тебя. Я не разобью. Ну, поговорим о чем-нибудь другом. Я не сломаю. Дагни вздохнула и протянула Грику корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых. Ну вот, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. Да, в Норвегии много девочек с таким же именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца? Хагеруп. 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 Разве вы не зайдете к нам? Да нет. У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит подержать вам ее в руках. Спасибо, но сейчас мне некогда. Прощай, Дагни.
Дагни Педерсон. До свидания. Прощай. Грик пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, глядела ему вслед. Корзину она держала боком. Из нее вываливались шишки. Музыку. На заглавном листе я прикажу напечатать «Дагни Педерсен, дочери лесника Хаггерупа Педерсена, когда ей исполнится 18 лет». Все было по-старому. Все, что могло приглушить звуки, ковры, портьеры и мягкую мебель, Грик давно убрал из своего пригородного дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до 10 гостей, и Грик не решался его выбросить. Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Но если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих стен волшебные вещи. От рокота Северного океана, что катил волны из мглы, и ветра, насвистывающего над ним свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу. Ведь правда, только в нашем воображении никогда не выцветают краски, не кончается лето и не умирает любовь. Только в воображении непрерывно веет ветер из цветущей страны, и весь день сверкает в небе нежный серп месяца. Только в воображении можно смеяться вместе с Пушкиным, пожать сухощавую руку Диккенса и найти в замерзшем ручье голубые цветы Офелии. Воображение сопутствует жизни, как переливающийся блеск быстрой воде родника. Рояль у Грига мог петь о любви так же свободно, как о порыве человеческого духа к великому. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом. И вдруг сразу смолкали. Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна. Будто плакала Золушка, обойденная счастливыми сестрами. Грик, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.
как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет, и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано. Грик писал музыку для Дагни Педерсон больше месяца. Началась зима, туман закутал город по горло, заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром. Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык. Грик писал о глубочайшей прелести девичества и счастья. Он писал и видел, как навстречу ему бежит девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею. «Спасибо», — говорит она, сама еще не зная, за что благодарит его. «Ты как солнце», — говорит ей Грик, — «как теплый ветер и свежее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она должна быть удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант, отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни. Ты — белая ночь с ее загадочным светом. Ты — счастье, ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце. Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься. Грик думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже знал, кто этим занимается. Это были синицы на деревьях, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье. Каждый слушал по-своему. Синицы волновались. Как они не вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля. Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала мокрой ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щелку за Григом. Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся золотыми ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига. В 18 лет Дагни окончила школу. По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка, отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой с тяжелыми русыми косами, посмотрит, как устроен свет,
как живут люди, и немного повеселиться. Кто знает, что ждет Дагни в будущем. Может быть, честный, любящий, но скуповатый и скучный муж. Или работа продавщицей в деревенской лавке, или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене. Магда работала театральной портнихой. Муж ее, Нильс, служил в том же театре парикмахером. Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену. Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит. Нордерней из Копенгагена, шотландский певец из Глазго или Жанна д'Арк из Бордо. В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей. Парча, шелк, тюль, ленты, кружева, старинные фетровые шляпы с черными страусовыми перьями, цыганские шали, седые парики, ботфорты с медными шпорами, шпаги, веера и серебряные туфельки, потертые на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить. В комнату надо было подниматься по крутой лестнице, там всегда пахло краской и лаком от позолоты. Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели. Напуганная этим, тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это наседкой и сказал, что наоборот, в театре надо верить всему, иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила. Но все же тетушка Магда настояла, чтобы пойти для разнообразия в концерт. Музыка! Это зеркало гения, а Дагни похожа на первый аккорд увертюры. Нет. А у тебя, Магда, колдовская власть над людьми. Да-да, выражается она в том, что ты шьешь театральные костюмы. А кто же не знает, что каждый раз, когда человек надевает новый костюм, он совершенно меняется. Нет. Да-да-да, вот именно. Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра народным героем. Дагни. Заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню. Он сам не понимает, что говорит этот чердачный философ. Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом. Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье, но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и наоборот в темные сверкать белизной светлого шелка. Переспорить с Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной. Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав. Ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат. Посмотри, Магда, Дагни так хороша, будто идет на первое свидание. Вот именно. А вот я что-то не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ну-ну-ну, Магда. Да ты у меня просто болтун. И Магда
поцеловала дядюшку Нильса в голову. Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца. Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, сверкавшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту. Дагни впервые слышала симфоническую музыку. Она произвела на нее странные действия. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны. Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя. Это ты меня звал? Нильс? Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И также смотрела на Дагни, прижав платок к рту, тетушка Магда. Что случилось? Слушай. Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал: «Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хаггерупа Педерсена, Дагни Педерсен, по случаю того, что ей исполнилось 18 лет». Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступившие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и крепко закрыла лицо ладонями. Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она наконец услышала, как поет ранним утром пастуший рожок. И в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается, как эхо, струнный оркестр. Да, это был ее лес, ее горы, песни рожков, шум ее моря. Стеклянные корабли пенили воду. Ветер пел в их снастях. Этот звук незаметно переходил в песню о девушке, которой любимый бросил в окно горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах. Так значит, это был он, тот седой высокий человек, что помог донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Грик. И великий музыкант. И его я упрекала, что он не умеет быстро работать. Так вот, тот подарок, который он обещал сделать через 10 лет. В наплыве звуков в
вдруг возник знакомый голос. «Ты счастье!» — говорил он Дагни. «Ты блеск зари!» «Он умер!» — думала Дагни. «Зачем? Если бы можно было увидеть его, если бы он появился здесь, я побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижала своей щекой к его щеке и сказала бы только одно слово — спасибо!» «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю, — сказала бы, — за то, что вы не забыли меня, за вашу щедрость, за то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек!» Встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсон, которой Грик посвятил свою бессмертную вещь. Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он шел как пьяный, покачивался и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни. Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне без единого всплеска. Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо, чувство красоты этого мира. И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. «Слушай, жизнь, я люблю тебя!» Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.